На сегодня иммунизацию завершили более 80% жителей округа. Показатель коллективного иммунитета составляет более 58%. Прививочная кампания продолжается. Вводить профилактический препарат начали и несовершеннолетним югорчанам. Гам-ковид-вак-М, младший брат спутника ВИ, зарегистрирован, прошел все клинические испытания и уже поступает в медицинские организации. В округе им уже привили 236 подростков от 12 до 17 лет. Стоит отметить, что вакцина двухкомпонентная. Первый вводят только в поликлинике, второй, возможно, в образовательных учреждениях. Перед процедурой обязательно потребуется разрешение от родителей или опекунов. Как взрослое население относится к такой защите подрастающего поколения? Этот вопрос мы задали горожанам. Скажите, как вы относитесь к вакцинации детей? Положительно. Вы бы дали согласие? Конечно. А почему? Ну, потому что время такое, надо вакцинироваться. От COVID-19, от уже сейчас другой штамм, омикрон. Поэтому сейчас уже и проходит в многих регионах вакцинация детей. Поэтому я положительно отношусь. Ой, нет, отрицательно. Я считаю, у них прекрасный иммунитет, им это не нужно совершенно. Должно время пройти, и все-таки испытания должны быть, показаны результаты, и только со временем, наверное, да, со временем, но только после того, как время пройдет и будут определенные результаты. Если взрослому населению как бы склоняюсь, больше да, а насчет детей я не уверена. Положительно. А почему? Чтобы не болеть. Ну, вы считаете, вакцина защитит? Да, защитит.